Так-с. Что-то во. Все. В эфире. Так-с. Да, всем привет. Сегодня такой внезапный стрим. Привет, 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 привет всем, привет, hello, hello, такс, сейчас придет больше народа, мы начнем. Сейчас пока что просто 38 человек. Да, лайки, кстати, тоже ставим. Вот, пока что можете написать в чате, у кого как дела. Пока мы ждем остальных. Сегодня вон с чаем. Кружка крутая, да? Да, здравствуйте. Да, я не предупреждал о стриме. Внезапно получилось что-то, лежал, думал, чем бы заняться. И вот решил провести такой стрим необычный. Да, ставим лайки, ставим. За кружку однозначно надо лайк поставить. Чисто стримерская теперь. Вот. Отлично дела, только снегом завалило. Да, у нас тоже снежок выпал. А еще холодно сегодня и завтра. Во, так лучше видно. Такс. Привет, да, привет всем. Погода в Челябинске. Сейчас даже покажу. Покажу. Минус 23. Потом уже вроде потеплее будет. В субботу снова слякоть. Машина грязная будет. Такс. Привет, да, всем привет. Машина нормально сегодня, кстати, завелась. Правда, воскресенье, короче, я помыла. Там уже было так прохладненько, минус 14. Вот, в понедельник, короче, АБС загорелась. Видимо, вода попала. Вот. Что-то мне тут не нравится. Как стрим идет нормально? Стрим нормально идет, а то у меня что-то тут на секундочку вроде пропала. Машина, вот, короче, поиграл. Ой, поиграл. Помыл в воскресенье. Да, там было что-то минус 14 уже. А я, короче, сначала не мог в нее попасть в воскресенье, потому что у нас резкие холода начались, все двери примерзли, и пришлось через заднюю залазить. Вот. И в понедельник, короче, АБС загорелась, видимо, вода на датчик попала. И все. Полдня не горела, сегодня опять загорелась, короче, на полдня. Вторую половину дня все четко было. Посмотрим, что завтра будет. Почему стало меньше видео у тренера с вами? Сейчас такой период, мы готовимся к соревнованиям. Поэтому видео... Ну, в общем, поэтому не до видео. Вот. Отлично идет. Это хорошо. Миша, разве ты не на Урфо? Урфо завтра.
В общем-то, у меня видео уже готово, я их нашел. Старые. Вот. Не люблю чай горячий, но налил себе горячий, чтобы он остывал, пока я разговариваю. Потому что если бы я разбавил, он уже холодным бы был. Сколько в Челябинске бензин стоит? 44 вроде рубля 95. У тебя тоже крышка от AirPods люфтит. Ну, по сторонам чуть-чуть. У меня и до этого на AirPods тоже шаталось. Я ни в чё не играю. Так, ладно, 57 человек пришло. Давайте, чё, начинаем? Пишите плюсик, если хотите, чтобы мы начинали. Я уже нашел видосик 10-летней давности, поэтому мы начнем, думаю, с него. Я ни во что не играю. Да, он сейчас только и дороже будет становиться, блин, санкциями этими. Потому что у меня нет времени на игры. Ну что-то плюсиков нет. Шо, мы начинаем? Во, да, пошли. Сурфо не знаю по возможности. Может буду, может нет. Скорее всего, тренер будет снимать. Hello. Сырки еще взял. Блин, правда, подтаяли уже. Такие вот вкусные, пипец. Мне нравятся очень они. Светлогорье называются. Так, давайте 40 лайков, и мы начинаем. Вот так. Текс. Меня опять надо будет в уголок, наверное, сделать. Все, так, 40. Пу-пу-пу. Так, вот она, наверное, пойдет. Так, сейчас я открою пока видео. О, качество какое офигенное. Так, что тут? Захват экрана. Чё, всё, так, я готов, в принципе. Чат сейчас открою на телефоне, чтобы читать. И начинаем. Да, это я на фотке, и со мной тоже Миша, и мы сидим на Мишке. Такс, приступаем. Ой, так, я, пожалуй, еще и видео сразу включу, чтобы следить. Да, все. И если мы, получается, изображение вырубаем. Во, все, идеально. Сейчас я посмотрю, как это все выглядит. Как это выглядит? Подождите немножко, задержка просто.
Я, чтобы убедиться в том, что все нормально. Все четко. Думаю, качество вы уже видите. В общем, это 10-ти... видео 10-летней давности. Второй юношеский перекладина. Начинаем. Вот такой второй юношеский раньше был. Подъем переворотом называется первый элемент. Отмах. Оборот, не касаясь, и соскок. Ну, соскок, блин, как так, не доскок? Где моя фишка? Эх, подкачал. Подкачал, подкачал. Часто задаваемые вопросы в комментариях. Ой, в комментариях, в описании. Кстати, описание поменял, все покрасивее сделал. Да, я, кстати, сейчас фотки, блин, смотрел. И как будто это все вчера было. Это, блин, пипец, время пролетело очень быстро. Блин. Заново что ли достать? Часто задаваемые вопросы в комментариях. Вот ответил я. Чтобы по 100 миллионов раз не отвечать, я так и сделал. Блин, а почему так? Типа я видео открыл, и когда закрываю, оно полностью закрывается. Вся вкладка с видео. Поэтому придется вам чуть-чуть подождать, пока я долистаю снова до видео. Пипец. Неудобно, конечно. Ну да ладно. Так. Давайте дальше. Так, это я что тут исполняю? Так, 4 секунды видео, стойка. Коня второй юношеский разряд хотите увидеть? Второй юношеский разряд на коне. Вот можете, кстати, и сравнить, типа, прогресс за 10 лет. Так, смотрим. Махи. Перемах. Мне раньше вот эта майка очень нравилась, кстати. Вот такой был второй юношеский разряд у нас. Так, это, наверное, если свернуть тык. Нет. Блин. Никита Васильев 9.5 поставил. Добрый ты многовато поставил, качалки нет тут. Сейчас он лучше делает. Сейчас я, да, лучше делаю. Блин, как сделать так, чтобы вернуться? Потому что если я сейчас сюда тыкну или назад тыкну, то вообще все закроется полностью. А, как оно работает? Тогда придется вам еще ждать, пока я долистаю. Потому что вот. Закрыть. Блин, опять закрывается все. Пишите пока свои вопросы в
комментариях. Я буду отвечать, пока листаю на них. Найду сейчас что-нибудь поинтересней и будем смотреть. Что-то интересное. Андрей Игоревич уже тогда монтировал видосы, поэтому сейчас будем смотреть. Наверное, его найду. Блин, придется без звука смотреть, потому что... Привет всем, привет. Вместе 2 года. Видосы прикольные нашел, вот. Тут уже монтаж начался у Андрея Игоревича. Смотрите, сейчас будет видос с 21 февраля 2013 года. То есть видос 7-летней давности. Вот он интересный. Так, изображение убираем. Переходим в Safari и смотрим. Без звука, потому что авторские права. Это я, кстати, с Альтуху прыгнул. Мы баловались после соревнований. Блин, такие воспоминания, если честно, крутые на самом деле. А, ой, что-то я донат пропустил. Нифига. Спасибо большое за донат. Кто задание задонатил? Спасибо большое. На что такое интересное? На что-нибудь интересное. Я думаю, что-нибудь с контентом связанное надо будет напилить, придумать, вот, и сделать что-то интересное. У тебя есть заветная мечта? Есть мечта, но говорить не буду. Как там? БМВ? Хорошо. Поеду в четверг фары ставить новые на нее. Так, вот вроде нашел, где я сейчас был. Так. Так, уже видос подлиннее, 1:40 сейчас будет видео, оно уже поинтересней. Вот. Не знаю, как вам, но мне это интересно смотреть, потому что это реально, блин, прикольно. Смотрите, Мишин подарок Лене Зомер на 8 марта. Вот. 7 лет назад общался с девочкой Леной. А тут уже ее подарок мне. На день посадки деревьев КНДР, это я даже помню. Нормально, такой праздник Андрей Игоревич придумал для поздравления. Английские глазки, ксенон и ангельские глазки сейчас не стоят, сейчас обычные фары без глазок. Я купил ксеноновые с ангельскими глазками, оригинальные, с адаптивной оптикой. Так. Это Ваня Власов крутил. Это я. Это мы в гостинице так развлекались. Вот, кстати, папа стоит мой. Ноги его видно. Слева он с нами ездил в Питер на соревнования. Это Данил Кислов был.
А это я проходку пытаюсь сделать. Криво, косо, но иду. Тут из нас прям вообще хорошие такие. Шпагат все сидят. В тапочках обязательно, чтоб руки не замарать. Блин, подтаял. Я кровать, кстати, сломал. Вот сальто сделал и кровать сломал. И вот я и лег, типа, ничего, не нормально все. Там даже акробатику начали прыгать. Это Данил Самбурский, он вообще... Вот, начал первый, кто акробатику делать. Он чуть, да, не чуть подоконник не задел. Сейчас здесь сделаем горизонт. Блин, прикольно. Реально прикольно. Привет, привет, всем привет. Загруженные. Сейчас будем искать еще что-нибудь интересное. О, так, это... Давайте сейчас еще что-нибудь длинное найдем. А, я вроде нашел. Издюшор номер 4. Андрей Игоревич сделал этот видос для Пеплас, когда нам искали партнера. Привет, Анфиса. Мы видосы смотрим. Так, сейчас, давайте, включаю. Тут, блин, столько прикольных видосов. Так, все. Придется без музыки опять же смотреть, потому что там точно авторские права. Изображение выключаем. В Safari. Все, смотрим. Уже 2 минуты. Тут Андрей Игоревич уже начал свой потенциал ютуберский показывать. Это видео из Питера. А это уже из Москвы. Но это из зала. Какой у нас зал раньше не отремонтированный был? Это опять Питер. Ой, Москва. А это Питер. Это Андрюха прыгнул. Это я. Синхронность зашкаливает. А тут такая музыка еще. Прям подходящая. Малявки. Главное не забыть, что я туда положил. Ну как уже на камеру работали профессионально. Это я приседаю. 15, 15 и пятнашка. 30. 45 килограмм приседаю, а весил я тогда, наверное, килограмм 40. 36.
35 примерно. Ваня самый сильный был. А это Ваня Чудиновский. Тоже прикольный пацан был. Занимался с нами. Вот такое видео. Ну что, как вам видео? Тут есть видео Миши Камикадзе. Вам показать? Неподготовленным людям лучше не смотреть его. Можно испугаться. Отзывы свои пишите в комментариях. Ой, не то выключил. Миша Камикадзе, смотрим. Страх-то какой? Я первый, кто сделал это. Из нашей группы. Исполнил, так сказать. Это все, кстати, у Андрея Игоревича на страничке в открытом доступе, так что можете потом зайти и посмотреть. Привет всем, привет, кто только пришел. Стеснялись ли вы когда-нибудь надевать купальник гимнастический? Да нет. Не стеснялся. Так, это уже 6 лет пошло назад. Нам надо до 7 долистать. Так, давайте только длинные видео, значит, будем смотреть. Виталик спит, это тоже, блин, мощно. Смотрите, первые винты, это в Екатеринбурге. Вот. Да, всем привет, привет, кто только пришел. Это винт. В Екатеринбурге мы научились винты. Здесь я уже полтора винта сделал. А здесь два. Два с половиной пробовал. Здесь мы делали назад. Назад только... Назад винт сделал. Полтора. Как червяк, правда. Два винта. Ну, блин, сейчас пацаны в 11 лет вообще... Творят что-то нереальное. Такс. 6 лет, 6, 6, 6. Вот она. Такс. Дриглич тут еще и девочек выкладывал. Вот видео. Я тут соскок делаю с палки. Два бланша только научился.
Так, здесь я лунная соскакиваю. Это я просто так по воспоминаниям помню, когда снимали и что снимали. Так, здесь соревнования видео. Ло! Так, Андрей Ильич это вроде выкладывал к себе на YouTube канал, поэтому вы можете у него на YouTube канале посмотреть про видео Лоу, как мы там отдыхали. Поэтому я листаю дальше. Так, здесь я продев сделал. Вот это вот мощное видео, 7 секунд идет, но я вам его покажу. Блин, это Ваня Лас. Шикарно, просто шикарно. Как вам это видео? Шикарно, блин, реально. Тут я три винта делал назад. Впервые. Ну, Ваня дает, конечно. Блин, это я все так помню хорошо. Как будто вчера было. А где монтажные видео, которые Андрей Игоревич пилил? Где они все? Куда делись? Просто Андрей Игоревич с каждого сбора делал видос о новых элементах. Ну, что-то как-то сейчас я его не вижу. Куда оно делось? Все. Блин, а чё? Самое интересное это вот эти видосы. Ну ладно, давайте вот это покажу здесь. Это вроде тоже выдал нормально. О, нормально. Но я хочу видео найти с Пензы. Андрей Игоревич их монтировал. Я помню. Так. Куда оно все делось, интересно? Андрей Гречих в ВК выкладывал, поэтому я не мог это все перепутать. Но это уже нет.
Так, может, я пролистываю? Напишите в комментариях. По идее, вот это 7 лет назад было, вот эти видео, они были включены в тот ролик большой. Потому что видос реально интересный. Там прям много всего, чего мы только научились делать. Как думаете, может оно типа не в загрузках? Блин. Фиг знает. А, Пенза, январь, вот он. Просмотрел. Ну все, начинаем. Вот даже фотки есть. Это мы гимнастику, кстати, каждый вечер смотрели. С разбинки. А это русалы. Учили соскок с перекладины. Это Данил Самбурский. Это Паша улыбается. Дубовиков тоже занимался раньше с нами. Играем в Манчкин. Поиск по странице, но я просто не знаю название видос. Вот. Блин, мы реально такие мелкие. Как время быстро прошло. Тандрюха Абдулин. Винт. Топаша Дубовиков. Это я. Опять Андрюха. Самый ровный винт. Переход с маха научились. Паша был 2001 года, поэтому он вот под жердями первый научился для обязательной программы. Это мы вымах поворот делаем. Оберучный. Правда, не в стоечку получилось, но вот здесь уже в стойку. Исполнил, так сказать. Двушки. С брусьев пошли. Группа С, кстати. Это тут Косомацу учили. Правда, я так ее не научился. Но вот. Так, ты тоже иди туда, может, ты остынешь. Ой. Прям попрохладней. Как же классно, что такие видео сохранились. Есть что вспомнить. Да, на самом деле очень круто. Круто, что Андрей Игоревич выкладывал их. Тут вот пацаны Штальдер делали, учились. В накладках Энда. На следующий стрим надо музыку как-нибудь сделать, плейлист создать. И так не сильно громко, чтобы играло. Это я, продев, делаю. Только учили его. Что-то от чая с ромашкой аж спать захотелось. Сегодня пораньше лягу. Соревнования завтра. Так, и вот я. Первый, кто сделал два бланша.
Так-то неплохо. Плечи поднимал бы, вообще бы четко было. Оба, с винтом. Нормально. Мне 6 лет было, когда Андрей Игоревич меня взял. И получается, вот. Мы первые. Первый его набор. 12 лет уже почти. И на батуте прыгали. Андрюха раньше самый винтовой был. Кача делать я даже не помню, в каком возрасте его научился делать, честно. Так, сейчас досмотрим это видео, думаю, поговорить просто. Про Максима, вопросы к Максиму можете в инсте ему позадавать, как он там поживает. Оборот учили. С Облязиным фотка. С Андреем Игоревичем. Да, он нас лучше. Такс. Ладно, что я себя больше делаю. А, мне, наверное, надо выключить захват экрана, чтобы все было вот так. Легче было. Такс, YouTube. Все. Как ты относишься к другим видам спорта? Хорошо. Ничего против других видов спорта не имею. А есть какие-нибудь моменты в жизни, которые тебе приятно вспоминать? Мне очень много приятных воспоминаний. Если честно, и большинство из них это благодаря тренеру. Мы ездили на всякие сборы. Вот оттуда хорошие воспоминания у меня. Ну, потому что мы там реально классно проводили время, и не только то, что мы там тренировались так усердно, а еще и вне зала мероприятия всякие, которые устраивал тренер. За это ему большое спасибо. В какие регионы ездил на отдых и где понравилось? Да, никуда не ездил я на отдых. Спасибо за стрим, удачи на РФО. Спасибо. На тренировке, да, хожу завтра, выступаем на УРФО. Так, что я хотел сказать? Вот, то, что завтра УРФО. Завтра стартуем.
Да, всем привет, кто только пришел. Завтра стартуем, выступаем, отбираемся на чемпионат России и готовимся уже дальше к чемпионату России. Из-за этого видео ни у кого нет, потому что сейчас все в тренировках, погружены в процесс. Вот. Что-то я хотел сказать, забыл. Первый день, когда я пришел в гимнастику, к Андрею Игоревичу я не помню. Я сначала подумал, что это мой первый тренер, потом такой, что-то тут не то. Вот, а первый день в гимнастику, получается, ну, меня посмотрели, все сказали, на следующий день можешь приходить. Прихожу, только меня в конец ставят, потому что новенький. Вот. Там бесились, я такой, куда я попал? Ну, пацан рядом, который стоял, думаю, я куда попал, я? Вот. И все, меня затянуло, и так я из зала и не вылажу. Спасибо. Здравствуйте. В 5-6 лет. 2 часа в день. 3-4 раза, наверное, в неделю. Вот. Выступает на соревнованиях Никита, Ваня, я и Егор. Спасибо большое, спасибо. Да, всем привет, привет, кто только пришел. Можете, кстати, это потом посмотреть. Видео старые. Что я хотел сказать-то? Напомните мне, пожалуйста. Ну, кружка это явно. Вот я всем показываю, кто только пришел. Крутая, все дела. Вот. Что я хотел сказать-то? Напомните. Блин. Думал об этом весь стрим. И забыл. Это сейчас чемпионат УРФО. Взрослые выступают. Меня во втором классе тоже приглашали на гимнастику. Я согласился и не пришел. Ну. Блин, а. Из головы-то вылетело. Как так? Ну ладно, давайте сейчас про машину еще вопросы пока задам. Короче, надо летом, наверное, буду ее перекрашивать. Либо опять черный матовый, ну потому что мне сейчас не нравится, как покрасили, и у меня дверь выделяется. И считайте, багажник погнут. Багажник-то я уже купил. И дверь надо будет купить на разборе. И поэтому, когда я их установлю, их надо будет красить. А чтобы их подогнать по цвету, думаю, надо половину машины красить, а там уже можно и всю машину перекрасить в общем и целом. Я думаю, либо это черные матовые опять сделать, только уже качественно, чтобы покраска была. Либо оранжевый такой цвет, либо красный. Вот. Кому что, какое понравится. Давай вот первое. Спасибо, Анфис, спасибо. Планирую переезжать в другой город, скорее всего, да, но это уже потом. Интернет-магазин нет, не открыли, но у меня есть идея, что-то типа такого, но тут фамилия Андрея Игоревича, поэтому я думаю, это если только он это будет все делать. А, чай холодный уже. Вот, это про цвет. Что я еще хочу? Сейчас я ставлю фары, получается, ксеноновые. И по идее должны быть омыватели фар. У меня нет выреза в бампере. А бампер я все равно тоже хотел менять. Обвес, типа по демку. Вот.
И хочу какой-нибудь найти бампер. Если кто что найдет, можете, кстати, в группу ВК кидать. У меня, кстати, группа ВК появилась. Хочу агрессивный какой-нибудь бампер, чтобы он сильно вперед выпирал, с губой с нижней и все такое. И задний бампер тоже надо менять. Люблю яркие машины, я за оранжевым. Ну вот, я хочу ее сделать типа под демку. Задние фонари тоже поменять потом. Типа как новое, что было. И вот. Сборную России, да, хочу попасть. Про габариты машины. Сейчас я вам видос покажу, скину его с телефона на комп. И покажу. Как чувствую габариты машины. Блин, стрим, походу, опять подтупливать начинает, поэтому нам скоро надо будет заканчивать. Видос показываю и, наверное, заканчиваю. Можете, кстати, я говорю, перейти в группу ВК. Сейчас я на нее ссылочку, наверное, кину. Подписаться, и там про машину, наверное, я создам отдельное сообщество, и типа там про нее, если что, писать, и рассказывать, и задавать вам вопросы. Что да как в ней делать? Типа, тачка с подписчиками. Вот. Вот ссылка на... группу ВК. Зайдите, подпишитесь, пожалуйста, кому не сложно. Нет, 1 год я занимался у другого тренера, потом его забрали в армию, и я перешел к Андрею Игоревичу. И я первый набор Андрея Игоревича. Вот, смотрите. Так, захват экрана опять надо включить. Вот так. Коротко о том, как я чувствую габарит своей машины. Так что вот такие вот дела. Как вам? Мое чувство габаритов машины? Не, пожалуй, без первого ребенка. Пока что. Как вам габариты автомобиля, я чувствую. Так, вот. Про бампер я хочу вот то, что поставить такой прям, чтобы агрессивенький был. И сабвуфер, кстати, хочу еще поставить. Вот. По салону надо будет торпеду перешить. Так как там подушка стреляная. И, в общем-то, по салону, наверное, и пластик покрасить. Что-нибудь черное. Я иногда, да, проскакиваю, там прям вообще сильно мало остается.
Вот свою машину я очень хорошо чувствую, когда за мамину садился. Блин, вообще не могу. К своей я привык прям. У меня еще и на механике прям вообще пушечка. Вот. Поэтому вот. Так что группа ВК теперь есть. Там тоже будут новости появляться какие-нибудь свеженькие. Поэтому подписывайтесь. Буду туда закидывать что-нибудь. Инструктора мне. Надо будет, кстати, со своим инструктором пересечься. Наверное, еще можно и заснять видос с ним. Вот. Показать машину. Что я в ней сделал. И реакцию его заснять. Потому что он говорил, как, типа, потом прокатишь. Думаю, на следующей неделе можно будет с ним пересечься. Днем, да. Во вторник, наверное, попрошу. Позвоню ему. Вот, поймаю его в городе где-нибудь. Пересечемся. Тоже собираюсь на права учиться. Не знаю только, когда идти. Или идти 15 февраля, или уже в сентябре. С 1 апреля будут другие правила сдачи. Потяжелее. Вот. Там что-то 40 вопросов вроде будет. И 30 минут надо будет в городе кататься. А я за 5 минут в городе пролетел, все и нормально. Кстати, стрёмненько было ездить одному, наверное, еще дня 3, а потом уже все нормально, привык. Сейчас вообще такой на спокухе. Вот. А, еще можно турбину, короче, поставить. Вот что. Короче, вообще много чего можно сделать. Были б связи. Расскажи, не мешает ли то, что ты ведешь канал на YouTube твоим тренировкам? Да нет, сейчас, как вы видите, видосов-то почти и нет из-за того, что мы сейчас все равно тренируемся, готовимся к соревнованиям. А, вот, поэтому и видосиков нету. Поэтому не мешает. Ну, это как хобби же, YouTube. Когда есть настроение, снимаешь, когда нет, нет. Да, надо с инструктором пересечься. Боюсь, в нашем городе ездить. Тут просто дофига дорогих машин. Не, ну а чё? Я вообще без страховки ездил, наверное, месяца 4, только когда первый снег выпал, пошел страховку сделал себе, на всякий случай. Вдруг в жопу кто заедет. Тьфу-тьфу-тьфу. А так все нормально. Меня в автошколе научат ездить, все. Я раньше очень боялся на механике, типа там, то, что я заглохну, все бибикать будут, там все такое. С горки скатываться, пока там сцепление ужмешь. Я вообще не понимал, как так папа, типа, быстро начинает ехать. А сейчас вообще, только воткнул, уже полетел. Поэтому научат. Кому показать мою новую BMW? Но есть просто попадаются ДПСники, которые специально заваливают. У них, в общем, есть лист, определенное количество сдавших и не сдавших. Вот, об этом я тут узнал. И типа, когда набирают, они там уже заваливать начинают. А причем тут ДТП, я не собираюсь, типа, никого, что, въезжать, все такое. Зачем так говорить?
X6 с ангельскими глазками. Омыватели фар, тут все. Вон. 22 катки. Пять литров бензин. Меня уже много раз останавливали. Меня даже один раз останавливали без страховки. Но я спросил такой, а чё, сколько сейчас страховка стоит? Я ему сказал, типа, 1015. Вот. Он такой, нифига себе, типа, ладно, давай, езжай. Я такой, спасибо. Вот. Останавливали тонировку снимать 2 раза уже. Надо будет поехать опять закататься. Так что вот. Откуда такая тачка? Сам купил. На Новый год себе. Приезжай, покатаю. Что тут уже час стрим идет. Наверное, заканчивать надо будет. Спатеньки пойду. Завтра соревнования. С утра в зал размяться надо будет. Да, спасибо, спасибо. Спокойной ночи. Да, наверное, заканчивать надо. Вот, сохраню стрим. Так что, кто не смотрел, посмотрит. А, правда, я не вспомнил, что я хотел сказать, но вот. В общем, подписывайтесь на группу ВК. Вот, там будут новости. Только я буду стараться. Я, конечно, там один, поэтому я буду стараться выкладывать. Поэтому всем пока. Спасибо, что смотрели мой стрим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Постараюсь заснять видео с соревнований. Но, скорее всего, это сделает тренер, поэтому ждите. А ну, белую BMW. И черную тоже могу. Вот. Всем пока. Сладких снов. Спокойной ночи. Пока. Спасибо, что смотрели. Спасибо за стрим и спасибо тебе огромное за видео. Было интересно посмотреть на вас маленьких. Да, вам спасибо, что смотрели. Здравствуйте, Радослав. И пока. Можете посмотреть сейчас видео там. Я видео показывал, где мы мелкие. Вот, пролистать. Стрим сохраню. Удачи, спасибо. Иди спать, отдыхай хорошенько. Удачи завтра. Спасибо большое. Да. Спасибо. У тебя еще есть пресс после этих трудных времен, да? Ветка не пришла. Ну, YouTube шалит. В общем, всем пока. Подписывайтесь на группу ВК. Спокойной ночи, Анфис. А чё, только да, смотрю, тут народ только приходит. Но я уже все, да. Но стрим сохраню, так что можете посмотреть. Всем пока, спокойной ночи, пока-пока.